Цены на бензин могут вырасти сразу на 5 рублей. Так прогнозируют эксперты. По информации Росстата, в период с 11 по 18 января ценник на красноярских заправках поднялся, но пока незначительно. Бензин 92-й марки стал дороже в среднем на 61 копейку, 98-й на 38 копеек, а вот 95-е дизельное топливо остались на прежнем уровне. Как заявил порталу НГС, председатель Союза независимых автовладельцев краевых АЗС Михаил Кичайкин, причиной роста цен на топливо стало повышение оптовых цен. Оптовые цены с начала этого года выросли очень существенно по сравнению с декабрем прошлого года на 13%. Соответственно, оптовые цены местами уже превышают розничный. И это неминуемо приведет к росту розничных цен. Нефтепродуктов в стране мало, потому что у производителей большие экспортные контракты. В стране оставляют небольшие объемы. У владельцев АЗС запасы заканчиваются. Пока нет речи о дефиците, чтобы вставали станции. Пока все ведет к росту розничных цен. Некоторые сети уже повысили цены на 50 копеек на рубль, но это повышение не компенсирует повышение оптовых цен. Например, на 92-й бензин на 7 тысяч за тонну. Рано или поздно цены поднимут все.